Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная команда Самарского технического вуза стартовала в плей-офф студенческой лиги с двух побед. В 1/32 финала самарцы разгромили соперников из Нижегородского госуниверситета 92-61. После уверенной победы на матч в следующем раунде они вышли расслабленными. Защита безобразная была в первой половине. Нам забивали кто хотел и как хотел. И поэтому, естественно, это была недооценка соперника и, естественно, расслабленность в атакующих действиях. Гости из Московского университета физической культуры и спорта начали матч рывком 9-0. Сразу достойно ответить волжанам не удалось. И москвичи после серии промахов самарских баскетболистов закрепили стартовый успех. На большой перерыв команды уходили с разницей в 14 очков в пользу гостей. Это и сыграло с москвичами злую шутку. Они, расслабившись от комфортного преимущества, стали упускать игру из своих рук. Во второй половине нас поджали, они агрессивно играли в защите. Мелкие фолы некоторые пропускали, которые немножко изменили игру. Мы вышли, возможно, недостроенными. Почувствовав, что соперника можно догнать и вырвать победу, сам ГТУ «Энергия» стала действовать увереннее. Игроки стали чаще попадать по кольцу и лучше защищаться. Однако настичь москвичей удалось только в самом конце матча. На последних секундах волжане впервые вышли вперед и удержали небольшой перевес до финального свистка – 70-68. После победы самарцы вошли в число 16 лучших студенческих баскетбольных команд со всей России. Мы будем готовиться. Скоро уже, я так понимаю, будет тур новый. И будем готовиться, разбирать соперников, работать дальше. Сезон еще не окончен, все только начинается. Своих соперников по 1/8 финала «Энергия» узнает в субботу, 15 апреля. В Перми за право выхода в следующий раунд будут сражаться студенты Омского и Уральского вузов путей сообщения, а также команды Пермского государственного университета и Вятской сельскохозяйственной академии. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!